Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня я хочу вам показать свои вот такие сюрпризы про монстров, зомби, монстры-зомби. Вот такие зомби-зити, углис, пэт-шоп, которые, наверное, эти домашние животные, уродцы. Также монстр на колесиках. Круче некуда, 83 фигурки в коллекции. Одна вот только здесь в комплекте. И вот такие трэш-монстрики. Не открывала, не знаю, но они наподобие вот этих монстриков. Только вот эти трэш-монстры на колесиках, а эти просто трэш-монстры. Также хочу открыть, посмотреть, что же там за трэш-монстры. Хочу вот первый открыть зомби-зити. Вот такие зомби-зити. Вот этот такой бачок, две игрушки видны. Как сзади выглядит. Их много, надо собрать, наверное, в коллекцию. Тут что-то не видно, не показано. Или просто я не вижу. Вот про зомби. Бочка, и внутри бочка слизи. Они как-то туда пуляются, запускаются. Сейчас посмотрим, что не находится в этой бочке зити. Вот так открылась коробочка. Вот. Фигурка чуть ли не... Ну, какая резиненная фигурочка. Так, посмотрим коробочку. Берем вот это лишнее. Первая фигурка вот такая. Какой-то такой ученый. В очках. А нет, этот не ученый. Водитель. Он держит руль. Какой-то... каски. Как-то не знаю, зачем ему тут дырочка. Нет, не бывает таких карандашей миниатюрных. Такая резиненная. Очень миленькая. Немножко смахивает вот этот зеленый, даже не зеленый, голубоватый цвет на грязненький, как будто специально его заваляли в грязи. Такая первая фигурка мне попалась. И вот вторая видная фигурка. Вот такая. Какой-то, не знаю, ученый, что ли, не знаю, что он держит или нет. Такой зомби. Если этот в каком-то таком костюмчике. 43-й, а это какой? 27-й. По счету, не знаю, это за счет. Тоже резиненький такой. Такой интересный. У него даже он видно. Его потрепанный костюм. И, о, смотрите, бак в виде руки. Интересно. Вот, коллекционный лист. Так, посмотрим. О, какой большой. Забесите, пуляешь в этот бак. Интересно, интересно посмотреть. 48 фигурок коллекции. Я один достался с одной стороны. Упругие, прыгучие мини-фигурки. Один плохие парни, другой хороший парни. И нам достался хороший парень. Кассир. Ай, господи, кассир. Водитель пожарной машины нам достался. Видите, вот он. У него такой какой-то значочек. Это пожарная часть. Ну, такой значочек выглядит. Вот такой на пожарный достался. Особая серия, такие специальные золотистые, зеленоватые, серебряноватые. И второй нам такой достался. Это 43 номер. 43 написано, а я не вижу по номерам. Может, это плохой? Да, вон он. Кассир банки, это оказывается. Из плохой части. Злобный Йор. И его подручные. А, майор в английский. Вот, подручный кассир банки. Из плохой части. Это он первый национальный зомби-банк рисован. Вот один хороший, другой плохой. И вот здесь находится слизь. Какая она здесь. Не буду ей пользоваться. Все наверняка уже знают. Вон, ради вас
Надо показать, что же там такое находится. Открываем. Так. Зеленые. Слизь похожа даже на из университет монстров. Как. Вот такая слизь. Бачки. Слизь, бачки. Не буду на нее вливать в ванну. Бачок с интересной рукой. А, теперь мне от нее не отделаться. Ладно, сейчас оделась. Вы пока подождите. Наконец-то я от нее избавилась. Все руки в этой слизи. Ладно, например. Все, хватит играться. Такая рука. Вот так закрываешь как-то руку. Точнее, как-то ее должно надо открыть. Так открываешь. Так, бачок поставь здесь. Вот коллекционный лист. 48 штучек. Давайте следующий откроем. Монстры на колесах. Такие монстры на колесах. Такой пакетик первой серии. 83 фигурки в одной коллекции надо собрать. И посмотрим, что же тут находится. Так, пусто. Так, откладываем. Вот такая фигурка в виде танка. Посмотрите, даже катится. Интересно. Глаз какой-то размазанный. Да, уж нарисовали не ахти. Такая резиненная пушечка у него. И вот 83 фигурки в одной коллекции. А что же нам тогда досталось? А? Так, что же досталось все-таки мне-то? А? Не вижу я. Ты вот такие интересные. Смотрите, какие красивые фигурки. А нам досталось. Ну, смотрите, какая. Богатая фантазия, армия отбросов, быстро монстр, мусорные жуки, туалетный монстр, ржавые жестянки, глиновоз. Интересные такие названия. А тут из какой части же досталось-то, а? Не вижу я ее. Так. Сейчас посмотрим. Не знаю, ребят, наверное, вот этот ранг-танк. Видите, вроде на него он начал все больше похож, на этот ранг-танк. Армия отбросов, которая... Ну, вот такой ранг-танк попался мне. Ладно. Следующий давайте откроем вот такой. Трэш-монстриков. В очке. Два монстрика в одном бачке. Так. Посмотрим, что же за здесь за трэш-монстрики достанутся. Так, выкидываем лишние. Как вот тут. Так, коллекционный лист. Вот такой бачок интересный. Спицы наверху. Очень интересный бак. И что же в этом коллекционном листе? Да что же их так всех много-то? Руководство для коллекционера. Тухляки, технотрэш, мусоролазы, виптушнотики. Курдобяки, пляжные монстры. О, прорезиненные. Посмотрим, что же нам первое досталось за фигурка такая. Ой, канализиненная, просто класс. Вот смотрите, какая фигурка. Какая-то интересная. Все потом.
Так, смотрите, вот здесь она нам попалась. Вот такая же Смервик. Смервик как-то называется. Из мусоролазок коллекции. Вот такой Смервик не попался. Резиненький, просто прелесть. Также на карандаш кладется. Нарисов. Накрасили просто жизнь. Прикольно у него. Также есть вот такой соседний. Но зачем они делают? Так, не понимаю. Они не делают новые игрушки. Они просто разукрашивают старые. Это неинтересно же. Не понимаю. И вторая фигурка из этого бачка. Остался вот такой зелененький. Видите? Ну какой он зеленый мусс. Так, где же эту зеленую найти? Да, и под лупу надо смотреть. Не вижу я ее. Не вижу. Вот, смотрите, синенькая, тут рядом должна быть зелененькая. Видите, синенькая, а где же зелененькая? Да, кажется, вот она. Вот, видите? Зелененькая. Чеби. Кабик. Кабик. Как у него желтый бачок, а он, значит, редкий. Чеби кабик. Есть также и другие синенькие. Есть также какой-то вот такой. У меня зелененький. Чеби кабик. Жесть. Вот такой чеби кабик. Также зелененький. У нас остается на карандашик. Там сюда коллекционный лист и сюда чебикобек. И последняя коробочка. Юглис Pet Shop. Или Юглис. Короче, уродливый зверинец. Сейчас посмотрим. Как хоть ее открывается, не пойму. Так. О, и этих тоже коллекционный лист не маленький. О, какая большая, здорово. Я-то думала, не маленькая, но какая большая. Мне это нравится. Первое впечатление одобрительное. Так, где же бедненький зверек? Интересно, это, кажется, черепах, вот она. Если тут нету соседних таких же черепах, так других нет, это другого. Вот. Тарбли, кажется, это. Тарбли. Такая черепаха. Большие такие лапы, просто прелесть. Вы посмотрите, как он красивый. И как он большой, это просто прелесть. Смотрите, по сравнению с этими монстриками. Вот этот такой здоровенный. Прям не жалко, вот именно таких денег. Отдать за вот такую большую фигурку. Синенькая у него косточка, а синенькая это значит... обыкновенная. Ставим вот сюда нашу черепашку. Вот она такая прелестная, красивая, с такой звездочкой. И вот такая собачка в коробочке, которую тошнит. И с короной. Так, и тут много кого тошнит. А где же этого тошнит-то? Так, не вижу, где этого тошнит.
Также, как нам показывали, есть вот такие какашечки золотые, где там надо только в специальный пойти. Так, нашла, кажется, вот он, с короны которого тошнит. Хагли Карги, Корки, Корги какой-то. У него синенькая косточка, а синенькая это у нас опять обыкновенная. Видите, вот такой. Вот такие фигурки сегодня мне попались. Я была очень рада вам их показать. Надеюсь, вам они понравились. Ставьте лайки, если да. Всем спасибо и до свидания. С вами была Юля. Всем пока. Bye-bye-bye.